смастерить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. Тебя не слышно. Могли пойти нам навстречу. А теперь мы заберем их скот силой. Аминь. Всех зверей надо пустить на мясо, пока они не погибли в коллапсе. Не отвлекайся.
оружие лишь средство. Волю Иосифа вершат люди. Нас ничто не остановит. Какое небо! Ничто не сравнится с этой красотой. Слава Отцу! Алло, меня слышно? Здорово, здорово. Здорово, бля. Я не знаю, что случилось, я комп перезапускал. Тебя не слышно было, ты мигал что-то. Ну вот, я поэтому и перезапускал. У меня что-то все повисло, блядь. Я Warframe запустил там, блядь. Пришлось компуктер перезапускать. Что ты, в Урфе? Да, в Урфе, я же заходил к тебе. На Twitch. Far Cry. А, Far Cry, да. Чё, кстати, как тебе Far Cry? Пока не знаю. В смысле? Ой, куда лук? Бля, это вообще же охуенная игра, не знаю, я смотрел прохождение, мне так понравилась вообще игра. Мне не нравится то, что нет того, ты стреляешь, да, по чувакам, а от них отдачи нет никакой. Ой, говорит, куда лук, ебать, берёт, выкидывает, блядь. Я включу просто трансляцию. В смысле, отдачи нет на пушке? Нет, в смысле, ты то есть стреляешь по противнику, а он как-то, ну, как-то вяло реагирует. Да, там в каких-то шутерах ты стреляешь, он там от него кровь какая-то, еще что-то, он там как-то вертится, я не знаю, когда попадаешь. А тут, то есть, ну как, просто стреляешь и все. Стелс режим, смотрю, есть. Вот сейчас. Стелс режим, там, кстати, я смотрел, там очень много стелса, если крафт, честно. Я. Не, вообще, блядь, игра. Ты на максималках играешь? Вроде да. Ну какие сделали все эфиры? Сейчас посмотрим. Блять, я вот вечно смотрю твой Twitch, и меня так напрягают эти ебаные полоски по бокам, блядь. Это у тебя, блядь. Я экран подумал, да, у тебя экран другой, я думаю, да, у тебя экран. Asus Strix-овый. Забыл, как точно называется. Там за 30-ку монитор, но я что-то боюсь, что-то отзывы какие-то от. Видите, что там возиться нужно с настройками, я так не люблю. А, хочешь посоветую тебе монитор охуенный? Тебе в районе какой ценник нужен? Я тебе сейчас... 30-ки, в принципе, нормально. Я тебе сейчас скажу, я даже чекал Моники. Я тебе сейчас посоветую. Тебе нужно какое разрешение? Full HD или там 2K? Или там может, типа, знаешь, определенно какие-то дюймовки должны быть? Или он может быть, типа, знаешь, там... Андрюх, слушай, я вот на своем играю, вот... Мне, короче, со мной уже, наверное, лет 8. Вот этот V223W Acer. Вот, он до сих пор живой, и я как бы нет у меня придирки к этому. Вот, если... Так ты бери тоже себе Acer. Acer, как да пишется, я не Acer. Знаю, я брал, пробовал просто почему. Я пробовал, короче, брал Моник за 20 с хером тысяч. Я его взял, и мне качество изображения настолько не понравилось, что я его вернул, короче, и решил на старом играть. Так, сейчас я тебе мониторы Acer, я сейчас тебе скажу. Я знаю просто охуенный Acer. Не знаю, не эпическое, короче, на троечке получается, высоко все стоит. Так, ну от 20, да, я поставлю до 30. Я что-то до 30. Я все телинки видел, короче, за 33. Я в Computer Universe хотел закупиться, но там что-то доставка его слишком гемная, я боюсь, еще забьют, плюс дорого. А тебе как? Похуй, типа, он согнутый, не согнутый. Да это тоже влияет? Я же говорю, я пока не посмотрю, я не увижу. Я просто боюсь, я смотрел Моники, да, и я боюсь в плане того, что там
яркость, еще что-то будет опять его возвращать, а то опять канитель, это все, блядь, это пиздец. Так, сразу отзывы. Ага, отзывы от этого. Ага. Это все из-за разрешения, но оно, если ты, блядь, там как-то можно поставить, чтобы этих не было полосок. Смотри, 16 на 9, 75 Гц, но 75 Гц это не так уж и мало. О, немного. Тебе как, это тоже влияет, или тебе хватит 75 Гц? Или тебе нужно прям типа что? На этом вообще, я тебе говорю. Я или вообще к этому не привередлив. Меня качество устраивает, все устраивает. Единственное то, что... полосы не у всех они идут, это то, что снова... Но он у тебя квадратный, да, потому да, что, да. Блядь. А 27 дюймов для тебя это много или мало? У меня... Господи, 24, по-моему. Угу. Блин. Смотри, кто-то сигнал был. Под HDMI, VGA, ну HDMI, ладно, все, нет. Вывод для наушников, серьезно, аудио-стерео? Да, там есть USB-шки, есть даже. Смотрел. Я вот тот, который нет, хотел, так... там с USB-шками, со всей херней, там типа геймерский. Ну смотри, вот, Моник, монитор Acer GF2176 ABMIX, что-то, короче, дохуя букв. Я просто смотрел на него обзор на ютапчике от нормальных челиков. Он Full HD, что 16 на 9. Яркость там пиздатая. Контрастность, но это все. Время отклика 1 миллисекунда, то есть это охуенно. То есть там, ну, конечно, есть игровые, но они, правда, у этого ценник 21 тысяча. Грубо говоря, там 20 тысяч рублей. У него отклик 1 миллисекунда и 75 Гц. Вот. Но если ты хочешь, типа, прям игровой такой, знаешь, типа, чтобы там отклик там 0,3 миллисекунды, там 160 Гц, то это он там ты за 30 тысяч не купишь. Там этот 33, короче, Asus какой-то был. Блять, даже не знаю, как тебе скинуть его сейчас. Сейчас я сгляну, кстати. Короче, если хочешь брать Моники, то бери либо Acer, либо Asus, потому что это единственные две компании, которые проверенные типа временем, и они выпускают довольно-таки качественные Моники. Asus у меня это, у меня все просто Asus в этом в компьютере стоит, все железо из Asus. Ну, бери какой-нибудь, типа, если у тебя все железо асусское, бери какой-нибудь там, асусский моник. В этом какой-то, господи, забыл, как называется, какой-то хрень есть, инсунг или что-то такое, не помню. Васинг, да, ебать. Да, или Васинг, что-то такое, короче. Ну, это, если честно, хуета, ебаная. Ну, наверное, я не знаю. Я просто, я думаю по поводу него, ну, блядь, я стремаюсь, я сейчас даже зайду на Computer Universe, смотрю название какое. Экран от Twitch'а включи. Я в этом в браузере, он не включится сейчас. А ты не можешь? А ты через что стримишь? Через этот... OBS, Streamlabs. Ну, ты же можешь включить, показывать экран, а не тупо игру, типа, чтобы тебя стримило. Зачем мне экран показывать? Ну, чтобы я видел, что ты там показываешь. Просто я же не... В Discord ты скину, господи. А-а-а. Зачем мне? Сейчас я в этот зайду. Поставлю оптимизацию кэша, блядь, Warframe. А, кстати, я про Барука посмотрел видос, типа, короче, что это вообще за говно? Swift, что-то PG сейчас кинуть. А, ну это если роговский, то это, естественно, лучше роговский взять, если у тебя денег на него хватает. Ну, вот он в этом, короче, 30-ку стоит. Здесь он 34, что-то такое. Я его в этот сейчас кину в текст название. Я его смотрел, вот. Ну, что-то там есть негативные... За цвет передачи, за вот эту всю фигню, я вот пока не знаю, я думаю. Там может, да, знаешь, типа цвет передач, типа яркость, контрастность, вот эта вся хуйня, и... Они же как игровые, они на это, как тебе сказать, блядь, я не знаю, как тебе сказать. Ну, короче, они не идут как, знаешь, типа там четкая насыщенная картинка, там такой хуйни не будет. Я поэтому и говорю, потому что я брал же, вот... И из-за этого вернул, потому что глаза болели. Не, ну вот тут как бы есть один моник, который я знаю, что это охуенный моник, но он стоит 45. Он, сейчас тебе скажу, как он правильно называется. Asus ROG Swift PG258Q. У него... Максимальная частота, короче, 240 Гц. То есть, если у тебя комп поддерживает 240 FPS, у тебя этот моник выдаст все эти 240 FPS.
У него диагональ, правда, 24,5 дюйма, но он Full HD-шний, VLED, типа... У меня же ключики, я покупал вот эту азовскую лабуту, все, и у меня ключики на XP Gamecaster, то есть как халявные, на год или на два, что-то такое. Я через него не стримлю из-за того, что вот он именно с полосами стримит. Эти-то без полос, а этот именно с полосами. То есть вот сейчас я тебе скину, я даже прям ссылочку, но это я на Яндекс.Маркет, там может на других сайтах, типа на нормальных, он будет подешевле. Вот этот моник, типа я знаю, что он охуенный, типа вот именно этот монитор, он охуенный. Есть другая версия этого Swift, но она типа больше, шире, но она и стоит, блядь, ёбнешься, она уже стоит почти 70 песков. Это чисто вот, который я тебе сейчас скинул, это чисто прям, блядь, для каких-нибудь задротов КС-ки, которым нужно овер до хера FPS, чтобы моник там все, там, типа, знаешь, отклик был быстренький, задержек, ничего такого не было, и там все, что было, пизда. Я в КС-ку вообще не играю. Не, ну, типа, это для задротов монитор, я тебе так скажу. Баба упала, а где упала, я ее не вижу. Кто упала, баба? Ну, короче, убил сейчас здесь, прибегала девка, убил ее. А куда упала? В траву упала, короче, не видно, где она. А у тебя вырублена, что, половина интерфейса, что ли? В смысле? Ну, где у тебя мини-карта, там, типа, показатель потока? Нету этой хрени тут. Нету, есть, ты их можешь включить в настройках. Где я в настройках? И, кстати, у тебя вот там вот было только что обыскать, ты где-то пробежал, да? У тебя было обыскать. Да. Блять, она где-то в кустах валяется. Настройки. Зайди в настройки, и там в настройках интерфейс, короче, должен быть. И у тебя это можно все включить. Блядь, где-то только что я видел, вот ты прям пробегал, но я на твиче смотрю, ты пробегал, у тебя было обыскать. Это все включено, я не знаю. Включить все включено. Ну, прицел, индикатор оборудования, да, здоровье. А почему у тебя это ничего не показано, блядь? Я тебе говорю, тут в игре, наверное, так. А может там типа когда не бой, типа и оно отключается? Знаю. Типа для погружения, блядь. Где вот оно упало? Блять, ну ты где-то сейчас прям проходил, у тебя было нажать обыскать на Ешку, блядь. Сука. Вот, припасы, вот оно, валяется. Я же говорю, где-то была, блядь. Потому что я помню, что я же Twitch смотрю твой, блядь. У меня, кстати, часто такое падает кто-нибудь в кустах. Во, в натуре. Ебать. А, там должен быть, типа, бинокль, а не бинокль, фотоаппарат какой-то, типа, и там можно помечать. Думал, сдохну тут, да? А, трупы, хуюпы, там все видно, по идее, да, если я не ошибаюсь. Брать, ладно, цель, да, есть точку маршрута. Блять, ебаная задержка на твиче. А? Как убрать задержку? Я не знаю. Она не убирается, по-моему. Стандартно. У меня там в настройках не стоит, чтобы задерживало. Дополнительно статическое видео минимум проигрывать. Куда ткнул, блядь, все нахуй. А, обновлять страницу, почему-то, блядь. Взять, нанять. Иди, так, слышь, что ты, блядь, бросай эту затею, там, через полчасика мне сейчас это, кэш обновится, блядь, оптимизация кэша запустил, блядь, ты меня заебало, блядь, постоянно выпрыгнуть, и пойдешь меня качать, ну.